Поступило ходатайство от Преображенского сельсовета, от администрации Преображенского сельсовета Ачинского района о награждении почетной грамоты законодательного собрания Красноярского края Бузлукова Олега Михайловича, начальника Ачинского межрайонного отдела управления автомобильных дорог по Красноярскому краю, за достижение высоких производственных показателей и результатов труда. Характеристика прилагается. Кратко скажу, что под непосредственным руководством Бузлукова Олега Михайловича производится обслуживание, повышение технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования, регионального и межмуниципального значения, межпоселенческих дорог, подъездок садовых обществ, улично-дорожной сети, автозимников на территории Ачинского, Козурского, Назаровского, Благотворского, Тюхтецкого, Бирюзского, Большеулуцкого, Шерповского районов Красноярского края. Ну и далее перечислены все личностные качества Олега Михайловича. Преображенский совет считает, что достоин награды законодательного собрания. Ну, на самом деле, если сельсовет решил анонсировать, это их право. Так мы можем только проголосовать за кандидатуру. Если кто-то против, можете не голосовать. Очень хороший послужной список, предлагаю проголосовать. Я ремарку еще сделаю небольшую, Но, в принципе, все, кого награждают почетной грамотой райсовета и законодательного собрания, они, в принципе, все работают на своих местах и все получают заработную плату. Просто хорошо работают, и они хорошо отзываются, жители, сотрудники и коллеги. Поэтому нельзя нам сказать, что это они за свой счет что-то делают. Специально каверзные вопросы, чтобы послушать, как будут защищать данного. Если видим, что защищают, значит, достоин. Купил одно предложение. Главарь председателя, сказал, значит, надо делать. Районного совета депутатов отказать в предоставлении награждения. Я его за язык не тянул. Или нет? Да. Я считаю, что нельзя, почетную грамоту ЗАГС собрания, за ту работу, которую человек сделал же правильно, за деньги, это его работа. Это понятно, что если, как депутат Чернышенко, вкладывает свои средства. Это мое мнение. То есть он так это как бы себе Чернышенко выходит, что себе покупает путь, да, грамоте. Этот человек просто дал свою полту. Например, Танкаторов, хорошо просто выполняет свою работу. Он не положит. Недостоин, да. Недостоин. Потому что зарплату получает человек, на своем месте. А еще и премию. Делает свою работу хорошо. Это логика есть. Давай рассуждать так. Награждаем спортсмена, в свое нерабочее время. Прыгает, бегает, здоровье свое. Все профессиональные спортсмены, перебью вас, работают за деньги. Сейчас за бесплатно. У нас нет профессионалов. Я про район имею в виду. Я же не имею в виду олимпийский чемпионов. Коллеги, поступило. Это мое предложение. Поступило одно предложение отказать. И второе предложение поощрить.